Отборочные игры турнира «Волейбольная семья» Заречья Одинцово. Это не обычные спортивные соревнования, а в каком-то смысле большой эксперимент. На поле выходят семьи, сразу несколько поколений, от 14 до 62 лет. Условно, бабушки, дедушки, папы, мамы и внуки. Интересно ли вообще кому-нибудь, кроме родственников, на это смотреть? Да, если выдержать баланс. И я считаю, если команда плюс-минус равная, то это ничего страшного. Наоборот, полезно. С 15-летней Марьей согласна ее мама Дарья. Они в одной команде, но без папы. Тот занят, уехал по делам. И в этом тоже может быть проблема для семейного турнира. Но проблема такая есть, потому что, конечно, родителям нужно зарабатывать, чтобы обеспечить и обучение, и образование детям. Вот. Но стараемся всеми силами, потому что это действительно классно. Идея турнира «Волейбольная семья Заречья» родилась в управлениях образования и спорта Одинцовского округа. Команды формируются на базе школ. Там подбираются двое спортивных подростков, а через них участвовать в состязании приглашаются их родные. Такой хитроумный способ вовлечь взрослых в спортивную жизнь округа. Сейчас задача – продумать условия турнира так, чтобы появился азарт. Насколько взрослым с их плотными графиками, рабочими, семейными и так далее, да, удобно на регулярной основе участвовать, это раз. Второе, да, как бы пытаемся понять уровень подготовки, потому что, ну, мы сочетаем, как бы, такие трудносочетаемые вещи, разный возраст, разный рост и все такое прочее. Насколько они могут иметь, что нужно там улучшить, прибавить, придумать, чтобы чемпионат проходил интересно. Пока турнир действует по кубковой системе. Игра идет на вылет. Всего в соревновании приняло участие 12 семейных команд. После осмысления полученного опыта в сентябре стартует настоящая семейная лига. И организована она будет в режиме чемпионата. Каждый сыграет с каждым. Мечта организаторов – полные трибуны. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».